З 14 березня по 30 квітня триває Великий піст. Ми запитали у миколаївців, чи постують вони. Я працюю. Якби я сидів в кабінеті, може, соблюдав би. А так, коли працюєш, треба їсти, щоб сила була. Отношусь хорошо, це правильно. Очищається організм, але не завжди виходить. Я не ходжу в церковь, да, не соблюдаю пост. І... Надо хорошо кушать. Занимаемся спортом, нам сейчас не до поста. Я нет, а сын с невесткой соблюдают. В церковь ходят все время. Мясо там жирное, это все для меня нет. Но в основном такое рыбка, овощи, фрукты. Сидим. Все христиане должны придерживаться поста, потому что это на духовную сторону влияет человека. Когда объелся, то и поститься не хочется, и как-то расслабляешься. Так? Ну, а сами соблюдаете? Сами. Ну, по мере возможности. Пост? Соблюдаете пост? Сейчас пост. Стараемся, но не получается. А вообще как относитесь? Хорошо, это полезно для здоровья. По крайней мере. Ну, как сказать, не всегда. Положительно, потому что это здоровье, это, в общем-то, кому нужно, тот пусть худеет там, или полнеет, или очищается. Коли вы треба якось ближче приблизитись до Бога. Це не тільки обмеження в м'ясі, це просто обмеження в якійсь своїй насолоді. Щоб стати більш якимось таким простим, таким, як був Христос. Ну, таким от відкритим до людей, любити людей, бути якимось добрим, проявляти добрі діла. І не тільки я пощу, я не їм м'ясо, я там не ходжу на дискотеки, наприклад, там, ну, а потім вже коли Пасха, я тоді і п'ю, і курю, і йду на дискотеку. У мене не пост, у мене своя дієта, у мене ребенок маленький. Вот мы только сегодня консультировались, были, ну как бы, если это можно назвать консультацией. Мы ходили в церковь, и я узнавал для себя, я, получается, ну, ограничиваю себя в пище, там, мясо, там, рыбу, в алкоголе, в сигаретах. То есть, ну, мне сказали, этого мало, это, получается, просто диета, то есть нужно еще духовно развиваться, то есть нужно сдерживать себя, не материться, то есть меньше ругаться, не завидовать людям, не обманывать людей, то есть не жаловаться на жизнь. Нет. А почему не завидовать? Родители не привили. Витаминов мало, как бы, ну, то есть имеет смысл. Тут медицинская подоплека довольно-таки серьезная. Как бы имеет право на существование эта традиция. Отже, ми дізналися, що не всі дотримуються традицій посту, але більшість все ж вважає піст дуже корисним для здоров'я.